Друзья, всем добро пожаловать в Афины. Мы с вами уже практически доплыли до берега. Так, наверное, здесь надо потихонечку замедляться, потому что что-то я не вижу места для швартовки. Поэтому к берегу будем с вами подходить на невысокой скорости. Разыщи меня в Афинах, у холма Пникс. Пусть войска спартанцев стоят у наших стен, но мы должны объединиться ради славы Афин! Слава тебе! Друзья! Друзья, прошу! Да, спартанцы рядом, прямо у наших стен, но зачем же уподобляться им? Сочный плод. Как жаль, что спартанцы сожгли поля, где он рос. Парфенон великолепен, Перикл. Но какова цена? Сколько трирем мы бы могли построить? Сейчас нельзя разобщаться. Мы и так разобщены. Спартанцы побеждают. Кто-то должен действовать, Перикл. О, боги, ты здесь. Все хуже, чем я думал. Клеон собрал толпу. Надо спешить. Куда? К Периклу. Назад! Она не угроза для Перикла, уверяю. А, Геродот? Все хорошо. Пропустите. Рад вновь тебя видеть, Перикл. И я тебя. Жаль только, что при таких обстоятельствах. А это кто? Кассандра. Здравствуй, Кассандра. Как тебе то, что творится в Афинах? Думаю, вы с Клеоном оба правы. Правота отнюдь не то, что волновало толпу. Они боятся, а Клеон потакает им. Перикл, мы тут чтобы... Нужно выбрать момент с осторожностью и поговорить наедине. Ладно. Мы пришли сюда по важному делу. Как и все прочие. Я сказал Кассандре, что ты пригласишь ее на симпосий. Ты просишь меня исключить всех афинян и вместо этого позвать чужеземку? Ты слышал толку? К чему давать им лишний повод? Если она станет работать на тебя, возможно, ее сочтут служанкой. Я не служанка. Кассандра, это Афины. Если хочешь чего-то, будь готова притворяться. И зачем же тебе на симпосии? Я ищу женщину, которая очень важна для меня. Геродот сказал, что на симпосии я, возможно, смогу что-то узнать. И тут он прав. Я проведу тебя, но не обещаю, что ты узнаешь то, что тебе нужно. Скажи мне, что делать? Сначала найди моего соратника, Метиоха. Он не пришел навстречу. Это совсем на него не похоже. Ясно. Моего друга Фидия нужно как можно скорее увезти из Афин. Что-нибудь еще? Да. В городе пройдет остракизм. Ты можешь повлиять на результат. Метеох, ты сказал, он твой соратник? Политический союзник и мой преданный друг. Фидий? Известный скульптор? Что такого он сделал? Его собираются судить по множеству обвинений. Он в своей мастерской, под стражей. Остракизм? Тебе скорее знакомо слово «изгнание». Жители Афин решают, кто должен покинуть полис. Либо софист Анаксагор, либо другой человек. Причина – нечестивость. Мой друг возле Агоры все тебе расскажет. Хорошо. Не привлекай к себе внимания. Отлично. Пусть это и не само приглашение, но у нас появился шанс. Хотя он наверняка пойдет к Аспасии.
Лишь бы был результат. Это тебя прислал Перикл? Да. Он рассказал про остракизм, но не объяснил, что мне делать. Конечно же, для этого есть я. Изгнанный может вернуться в город? За это наказывают. За что обычно подвергают остракизму? Достаточно решить, что человек угроза для полиса и людей. Дальше голосование. Некоторых изгоняют лишь потому, что другого кандидата ненавидят меньше. Что мне нужно делать? Голосование состоялось. Скоро голоса подсчитают. Возьми этот мешок со страками и положи вместо тех, которые охраняют. Ты хочешь устроить подмену? Не я, Перикл. И у него есть на то причина. Принеси мне второй мешок со страками, и дальше я сам. Меня никто не увидит. Жди тут. Так, пойдем искать дом собраний на горе. И там нужно будет произвести вот эту подмену. Товары со всей Греции. Даже не верится, что спартанцы осаждали город. Так, ну, наверное, кстати, ребят, давайте обновим снаряжение, потому что мы с вами это давно не делали. Здесь давайте посмотрим, какие варианты. Кинжалы, но это оружие ближнего боя. Не очень-то мне и хотелось бы. Но, с другой стороны, здесь у нас растет урон убийцы. Блин, нифига себе, минус 200. Так, ну ладно, пускай это будут кинжалы. Здесь мы с вами поменяем лук. Вот на этот вариант, потому что, опять же, ребят, я смотрю на бонус к урону убийцы. Так, тут у нас 161, 121. Ну, вот этот вариант неплохой. Так, тут. Нифига себе, плюс 320. Офигенно. Здесь у нас плюс 360, поэтому, ребят, выбор очевиден. Плюс 321. И поножи. Ну, пускай это будет плюс 40, да? Ну чё, прикольно. А теперь, наверное, чуть было не упустил. Нам теперь нужно качать мощную внезапную атаку. Так, и что еще? Блин. Может быть, тогда вот этот? Убийца из тени. Ну, пускай будет так. Итак, мы с вами добрались до этого дома собраний. Здесь можно убить капитана. Но мы с вами, наверное, это делать не будем, потому что мы с вами ниже уровнем. Так, вот капитан. Давайте-ка пролетим. Ну, наверное, это все. Здесь у нас незапретная зона. Мы сейчас с вами доберемся. Здесь меня могут заметить. До стороны, откуда нам удобнее будет. Откуда нам удобнее будет смотреть. И наблюдать за обстановкой. Подожди, подожди, подожди. Нет. Мы сделаем, пожалуй, с вами вот так. Обратно спускаемся. И вот сюда. Есть. Так, ну чё? Крадём. Крадём. И плюс ещё припасы. Да, всё чётко. Так, ну и каким-то образом нам надо добраться вон туда. Туда вниз. Блин, что такое?
Ну, в принципе, можно по беспределу, ребят. То есть мы с вами просто забегаем в наглую, крадем и валим. Это, в принципе, неплохой вариант. Но что-то все они прям тут... Не, ну почему? Почему? Можно сделать вот таким образом. Гляньте-ка. Вот так мы с вами делаем. И вот сюда мы с вами проходим. Ну, кради. Ух. Все готово. Найду человека Перикла. Да. Ребят, ну здесь было прям легко. Сейчас мы с вами возвращаемся. Отдаем эти остраки. И дальше он пускай там делает с ними, что хочет. А мы с вами должны будем получить законное вознаграждение за эту спецоперацию. Блин, какая ясная и спокойная ночь, да? Так, все, прибыли. Готово. Быстро ты. Что ты с ними сделаешь? Кину в колодец. А, похоже, глашатый. Голоса подсчитаны. Большинством голосов было решено, что из Афин должен быть изгнан Анаксагор. Дружба важна. Без дружбы никакое отношение между людьми не имеет ценности. Тем сложнее мне сейчас, когда Анаксагор покидает Афины. Мы были близки, хоть и не так дружны, как они с Периклом. Странно, что Перикл не пришел защищать его. И часто Перикл защищает других людей? Своих друзей? Конечно. Но Анаксагор, похоже, всем доволен. Больше вопросов, чем ответов. Ты сказал, вы близки. Он был мне как наставник. Самые светлые мои мысли рождались в беседах с ним. Кто ты? Спроси любого, и тебе скажут, что я Сократ. Но имя ничто. Мы — это наши действия. У всякого действия своя награда и своя цена. Так скажи, кем считаешь себя ты? Меня зовут Кассандра. Это не помогло узнать тебя. Возможно, найдется другой способ понять, кто ты. Хочешь узнать меня? Лишь знания ценны в этом мире. Ты согласна? Знания в рот не положишь. А, значит, тебя ведет жажда богатства. Людям нужны только деньги. Многим нужно куда меньше, чем им кажется. А кто-то рискует всем, чтобы как-то выжить. Да, ты явно из тех, кто сделает все, что сочтет необходимым. Будь то за деньги или ради личных целей. Так поступают многие. Но мне интересны твои мотивы. А как иначе? Из-за тебя мой друг вынужден навсегда покинуть этот город, свой дом. Меня попросили об этом. Так ты важнее того, кого обрекла на изгнание? Но есть вопрос интереснее. На ком больше вины? На Анаксагоре, что навлек на себя гнев народа, или на тебе, решивший его судьбу? Ладно, пусть я виновата. Но и блюду я лишь свои интересы.
Тогда подумай и об этом дне, об Анаксагоре, о выборе. Сократ, вот и ты. Вот и я. Пойдем, тебя заждались. Я хотел узнать судьбу Анаксагора и узнал. Скажи, что я скоро буду. Что ж, наша беседа подошла к концу. Впрочем, надеюсь, она не последняя. Все может быть. Так, получаем ботинки странствий и 4500 единиц опыта. И у нас, ребят, есть следующее задание в рамках трех заданий, которые нам нужно выполнить, чтобы получить доступ на симпосий. И давайте теперь мы с вами встретимся с Фидием. Давайте, нам нужно бежать в другую сторону. Здесь опасно. Надеюсь, меня не заметят. Да тут вообще, по-моему, никто не парится, то, что у нас... А по Афинам разгуливает наемница. Ну вот, и здесь у нас мастерская Фидия. Нам теперь осталось найти вход в нее. Так, каким образом нам туда попасть? А, подожди, вот сюда. Проходим. Блин. Ё-моё, ребят, какая-то фигня. Я что-то не понимаю, как нам попасть. А, вход-то там у нас. Я так понимаю, да? Вот так. Да, точно. Стой. Дальше тебе нельзя. Не часто увидишь стражника у мастерской скульптора. Я выполняю приказы. И пока их не изменят, никто сюда не войдет. В сторону. У меня важное дело. Не пускать людей тоже. Может, увидишь Фидия после суда, если ему сохранят жизнь. Мы с Фидием давным-давно дружим. Я покидаю Афины и не знаю, свидимся ли мы снова. Вряд ли. А не уйдешь, покинешь Афины калекой. Шагай. У всего есть цена. Сколько драхм тебя устроит? А сколько у тебя есть? Вот, бери. Этого хватит. Но если хоть кому-то расскажешь, убью. Смешно. Я хотела сказать то же самое. Извини, что напугала. Как ты справилась со стражей? Ты первая, кто смогла? Тише. Я от Перикла. Хвала Афине. Я в него верил. Я боялся, что они пришлют ко мне убийцу. Они кто? Тени в ночи, из-за которых не смыкаешь глаз. Они ищут меня, нас. В Афинах стало опасно жить. Культ космоса. Ты знаешь о них? Конечно, я знаю о культе. Вот, взгляни. Это указание. Как убить меня? Но их порвали. Так Перикл пытается спасти тебя вовсе не от суда. Он спасает тебя от гибели. Я не знаю, кому доверять. Я скульптор. Я хотел лишь творить. Прошу, скажи, что делать? Сначала постарайся успокоиться. Тебя ждет суд. Люди против тебя. А теперь еще и культ хочет твоей смерти. Говорю же, успокойся! Да, конечно. Клеон сказал, ты растратил деньги. Будь его воля, тебя бы уже казнили. Клеон говорил обо мне?
Это навредит Периклу. Нечестивость, кража. А мы столько сделали для Афин. Вы с Периклом очень дружны. Наша с ним дружба началась с любви к Афинам, а трудности привели к величию. Это и есть дружба. Ладно, надо идти. Ты знаешь, где тебе можно скрыться? К югу от Афин есть остров Серифос. Там живет мой друг Ферос. Я послал ему весточку, когда узнал о заговоре. Думаю, он сможет помочь. Мне нужны любые сведения о личностях культистов. Да, да, конечно. Стража! Я отвлеку их, а ты беги. Вечером отправимся на Серифос. Пока не встретимся, не открывай лицо. И я понял. О, ты пришла. Я начал волноваться. Я обещала увезти тебя из Афин. Это правда. Твой друг надежен? Мы с Феросом давние друзья. Я написал ему, где нас встретить. Не будем понапрасну тратить время. Плывем на Серифос, пока можем. Так, ну чё, отшвартовываемся и плывем. Ну нифига себе, ребят. Вот это у нас будет путешествие. Так, нужно выплыть прежде всего из гавани. Враги здесь опасные, капитан. Надо быть осторожнее. Да мы всегда с вами осторожны. Все, мы теперь в открытом море. Поэтому, ребят, можно ускориться. Соберем добычу. Геродот, что это за остров впереди? Это, друг мой. Команде занять свои места! Нет, нам надо просто свалить отсюда. Надеюсь, вдали от Афин культ меня не достанет. Капитан, они идут прямо на нас! Да я понимаю. Блин, что-то здесь мы с вами замедлились. Но это из-за того, что мы с вами близко приблизились к берегу. Так, короче, самое главное, ребят, ни на кого не прыгать здесь. Потому что, я уверен, наш уровень не позволит нам эффективно сражаться вот с этими вражескими кораблями. Хороший корабль. Не надо этого. Чего? Пустых бесед. О, я вовсе не хотел мешать. Просто не так часто мне доводится выходить в море. Здесь свобода. Да, свобода. Верное слово. Хотя меня уже слегка мутит. Перегнись за борт, если приспичит. Так, ну чё, осталось меньше 1000 метров. И вот здесь, конечно, нам нужно, чтобы нас не заметили. Твой желудок тоже бунтует. Ничего, привыкнешь. Скоро будем на Серифосе. Да, мы с вами уже практически доплыли. Тут у нас небольшая такая лодочка. Весла готовы! Подожди, нет. Снова режим полный ход. И да, ребят, здесь у нас есть место, где мы с вами сможем пришвартоваться. Убрать весла! А, это, между прочим, у нас 13 уровень получается, да? Давай попробуем. Ну что-то, ребят, как-то не очень. Так, давайте, короче, сейчас займемся вот этим вот корабликом. Блин, ну там, ребят, совсем не то, что я хотел. Короче, подожди. Сейчас нам придется тогда отплыть. Они хотят нас протаранить. Да подожди, вот так.
Ну да, прям что-то, ребят, неэффективно. Копья. Вот это получше. Вот и все. Ребят, ну а теперь у нас отличная возможность проскочить там как-нибудь и пришвартоваться к берегу. Поэтому давайте не будем терять с вами время. Нужно, чтобы нам никто не помешал. Потому что, когда мы с вами находимся в бою, нас пришвартовать не смогут. Жрецы, по местам! А вот теперь мы с вами швартуемся. И вместе с Фидием нам придется, ребят, куда-то добраться. Рад видеть тебя в добром здравии, Фидий. Спасибо, Ферос. Как видишь, я прибыл не один. А, добрая воительница, о которой ты мне писал. Не будь мне это спасение выгодно, он был бы уже мертв. В свою очередь, я кое-что узнал. Убить Фидия планировал человек по имени Брисон. Надеюсь, тебе это чем-то поможет. Да. Попрощайся за меня с Периклом. И будь осторожна. В Афинах сейчас небезопасно. Ребят, у нас появилась подсказка, как найти очередного культиста, но мы с вами этим займемся чуть позже, потому что сейчас у нас в приоритете симпосий Перикла. Ну и будем с вами потихонечку добираться до точки обзора, потому что я думаю, нам сюда, наверное, скорее всего, придется вернуться. Поэтому точка быстрого перемещения здесь будет очень даже актуальна. Так, давайте заберемся на крышу и синхронизируемся. Ну, как-то вот так. Это был храм Афины. Теперь нам нужно выбрать наше следующее задание. Это у нас будет ядовитый вопрос, и мы с вами снова отправляемся в Афины. Но сделаем с вами это с помощью быстрого перемещения. Итак, нам вот сюда.